Общероссийское родительское собрание пройдет 29 августа. Общероссийское родительское собрание, которое будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи на базе многопрофильного лицея. Далее, после общероссийского родительского собрания, сразу же у нас будет областное родительское собрание, которое тоже будет в режиме видеоконференции. Эти два масштабных мероприятия пройдут с участием первых лиц федеральной и областной сферы образования. Сейчас идет сбор вопросов, интересующих димитровградских родителей. Также можно задать вопросы на сайте министра образования, пройти по ссылке, и на сайте Министерства просвещения Российской Федерации тоже все задать интересующие вопросы. Общая тема родительских собраний – подведение итогов прошедшего учебного года и планы на новый школьный период. Городское родительское собрание запланировано на начало учебного года. Оно состоится 11 сентября в лицее номер 25. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.